Владимир Путин обсудил сегодня демографическую ситуацию в Калужской области с главой региона Анатолием Артамоновым. Встреча прошла в Кремле. Что вы делаете для того, чтобы демографические процессы улучшили, чтобы тенденции сохранить положительные? Знаешь, ну, в первую очередь, думаем о своих семьях. То, что касается многодетных, что вы думаете? Что вы делаете? Вот то, что касается многодетных семей, у нас региональное законодательство принято на этот счет. И для семей 3 и более детей мы или предоставляем жилье, или участок обустроенный, где все есть инженерные, вся инженерная инфраструктура, дороги, газ, вода, электричество. Дороги, газ, вода, электричество.